Глава 15. Дни Иаиля. Я услышала голос: «Записывай, ибо все это верно и истинно». Я снова была с Господом в духе. Он был высоко вознесенным, а голос звучал как гром. «Слушай, земля, эти вещи есть, были и будут. Я есть первый и последний. Служите мне, Творцу, ибо я даю жизнь, а не смерть. Отойдите от зла и призовите меня, и я исцелю и освобожу вас. Все, о чем вы слышите, истинно и скоро произойдет. Покайтесь, ибо время подходит к концу, и вскоре явится Господь славы. Бодрствуйте, ибо вы не знаете ни дня, ни часа. Ждущие моего пришествия получат большую награду. Я благословлю малых моих, тех, кто сохраняет веру и служит мне в истине и праведности. Я буду в них раньше, чем они осознают это. Я готовлю благословение всем, кто остается верным своему призванию и не отвергает имени моего. Я говорю, если мои люди, призванные именем моим, смирятся и будут молиться, я прощу их, исцелю их, восстановлю их потери. Я желаю слышать, освобождать и спасать всех, кто верует и призывает имя мое. Назначьте пост, объявите торжественное собрание, созовите старцев и всех жителей страны в дом мой и взывайте ко мне. Ведь день Господень приходит, как тать в ночи, и он близок. Доверьтесь мне, и я воздам вам за те годы, которые пожирали саранча, черви, жуки и гусеница. Великое войско, которое я призвал, не нарушит своих рядов и не оступится. Оно совершит чудесные подвиги, и оно непобедимо, ибо силу ему даю я. Его голос будет подобен трубе, грому, и все узнают, что я Господь, Бог ваш. Дорогой Господь Иисус, молю о том, чтобы стать достойной быть членом этого войска. Хочу быть одним из воинов, но знаю, что для этого я должна быть столь же чистой и святой, как Иисус. Очисти меня от всякой неправды своей пролитой кровью. Помоги мне сохранять мое сердце в покаянии, свободным от всякой ненависти и злого умысла. Отец, я знаю, что многие твои люди сейчас спят. Боюсь, что тебе придется разрушить наши сосуды глиняные и смирить нас, чтобы мы стали плодами праведности. Господь, я не хочу идти снова в ад и тем более оставаться там. Господь, помоги мне предупредить людей. Дай мне силу бороться с распространением ада. Помоги мне и твоему народу быть добрыми и мягкосердечными, прощать и любить друг друга. Помоги нам всегда говорить истину. Я знаю, что Иисус Христос скоро вернется, и что Его награды с Ним. Я знаю послание к миру. Покайтесь, ибо день Господень близок. Я не хочу, чтобы на моих руках была кровь людей».